Попался. В него попали. Убить его, живо! Правильно. Только ты и я. Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий.
Спасибо за помощь. Рабочий в спешке бросил свои инструменты. Ему были нужны реликвии, и не было дела до погребенной здесь истории. Да, я знаю твое имя, твое прошлое, и самое главное, я знаю о Кордове. Скажи мне, где он спрятал Голокрон? Отлично. Дилетант. Не почувствовала. Да.
тебя обучал. Ускорься! Как скучно! Я непобедима! Ты не лучше других! Тебе не победить. Я и не почувствовала. Я себя уничтожу. Ты растешь. Не так талантлив, как последняя ученица Церена, тоже неплохо. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? Она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного подавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она. Она предала меня. Петрила. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего подавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой. Да. Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь Голокрон? Что бы сказал Джару Топал? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего подавана сейчас, скрывающегося в тенях с предательницей? Помогающего ей найти легион податливых учеников. Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала. Мне нужна помощь. Эй, Биди. Спасибо, что помог, Биди. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице.
Мы нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе. Я нашел ее, но... Цере, почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты? Как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Тем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве. Есть что-нибудь интересное? Мой друг, эти устройства, похоже, имитируют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими зефами. Возможно, настолько, что спрятал голокрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась. Нельзя дать ему сбежать! Нападаем на него! Расправимся с ним! Сейчас не выйдет! Мне казалось, что ты джедай! Атакуем, когда он откроется! Мы же не можем проиграть, да?
никак не добраться. Лучше вернуться и сообщить отряду. Джедай! Минуты, и моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель, не слушай ее.
артефакты Империя бы упустила, не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект Бур принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. И то, чем меня сделала Церы. Не выручишь? Я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискнул.